Под проверку агентства по делам госслужбы в этом году попали поликлиники Костанайской области. Ведомства неоднократно обращались жители региона с жалобами на качество предоставления госуслуг в медучреждениях. К примеру, при прохождении медосмотра для доступа к управлению транспортным средством, кроме обязательных врачей, терапевта, лора, окулиста и психиатра, людям навязывали дополнительных специалистов. Фактически ряд поликлиник к этому списку добавляет еще невропатолога, хирурга. Данные нарушения допускают такие поликлиники, как Узынкольская, Денисовская, Житогоринская. Данные поликлиники допускали данные нарушения. Чтобы их не было, чтобы исключить данную практику, нами было направлено письмо в управление здравоохранения акимата Костанайской области. По итогам предоставленной информации проведены соответствующие работы с учреждениями здравоохранения. В итоге сотрудника Денисовской районной больницы привлекли к дисциплинарной ответственности. С остальными была проведена беседа. Но, несмотря на это, постконтроль показал, что в медучреждениях также продолжают нарушать правила медосмотров. По данным агентства, такие нарушения есть и в городских учреждениях. Среди них и поликлиника номер 3. Законодательство предусматривает, что любой гражданин может обратиться за получением информации, и его необходимо консультировать, незамедлительно предоставлять информацию. Кроме того, данные правила, которые предусматривают предоставление справки о допуске к управлению транспортным средством, они также предполагают, что любой гражданин вправе обратиться за информацией в справочную службу услугодателя. Но ряд поликлиник, они отказывают предоставление информации, ссылаясь на необходимость личной явки. Такие нарушения были зафиксированы в городских больницах Лисаковска и Рудного, Костанайской поликлинике номер 2, а также в Денисовской и Костанайской районных больницах. В агентстве отмечают, что если вдруг жители региона столкнулись с подобными нарушениями, они могут обратиться к ним в ведомство. Олжас Исинжигитов, Алия Досмагамбетова, РТН.